И тем не менее, несмотря на сложную ситуацию, в республике своевременно и в полном объеме происходят выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы и исполнение мер социальной поддержки населению. Принято решение и поддержать граждан, лишившихся работы, но не попадающих под категорию лиц, получающих максимальные пособия в размере МРОТ. Это 12 130 рублей. Это все те люди, которые встали на учет по безработице до 1 марта этого года. К сожалению, сегодня не все жители республики, попавшие в аналогичную ситуацию, имеют право получать такое пособие. В силу того, что кто-то из них уволился до 1 марта и не успел приступить к работе, просто ее не нашел. Кто-то работал по краткосрочному договору, ну, а некоторые, к сожалению, трудились вообще без трудового договора. И в этом случае они могут претендовать только на минимальные выплаты. В нашей республике их размер составляет от 1800 до 2500 рублей. Поэтому я принял решение, что таким гражданам, зарегистрированным в службе занятости в течение последних 12 месяцев и не имеющим максимального пособия и статуса малоимущего, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 5000 рублей. Этой меры поддержки будут охвачены порядка 5000 человек. В республике вступил в действие первый пакет мер по поддержке предпринимателей, которые работают в наиболее уязвимых отраслях экономики. Из бюджета региона на эти цели выделено почти 424 миллиона рублей. Кроме того, власти Коми направили обращение в адрес председателя правительства России Михаила Мишустина и руководителя рабочей группы Госсовета Российской Федерации по борьбе с коронавирусом Сергея Собянина с просьбой поддержать нас и выделить дополнительно федеральные средства.